Здравствуйте, дорогие друзья! Прежде всего, позвольте поблагодарить всех вас за высокую оценку моего скромного труда и теплые слова поддержки в связи с моей видеопрезентацией лекции концерта о канторской музыке и хазануте, представленной на нашем YouTube-канале совсем недавно. Вдохновленный большим количеством просмотров, более 14 тысяч менее чем за 10 дней, и положительными комментариями, я решил осуществить свою давнюю мечту. Еще до того, как я записал видео об истории еврейской литургической музыки, меня не оставляла мысль о том, что пора подробнее рассказать вам о замечательном проекте – аудиоальбоме «Мамеле» с песнями на языке идиш, созданном совместно с выдающейся артисткой и певицей Тамарой Гверцетели, Большим симфоническим оркестром МСО и нашей Московской мужской еврейской капеллой. Его суть не только в издании компакт-диска, но и в создании концертной программы, состоящей из знаменитых еврейских песен на идиш, озаренных светом, талантом, любовью и пропитанных слезами и кровью наших предков. Эта достойная, яркая и талантливая во всех отношениях концертная программа уже была показана многочисленным слушателям самых разных национальностей в нескольких странах мира. Мы побывали с концертами в Израиле, США, Канаде, выступили в знаменитом и переполненном Карнеги-холл в Нью-Йорке, показали ее в Москве и Петербурге. Эта бессмертная музыка объединяет вокруг исполнителей многочисленную аудиторию, состоящую из людей, стремящихся к добру, свету, красоте и любви. Каждая песня пронизана историей наших семей, лично семьи певицы Тамары Гверцетели, предков, выходцев из маленьких еврейских местечек Румынии, Белоруссии, Украины, одного из самых самобытных еврейских городов Одессы, откуда родом мама Тамары Михайловны Инна Владимировна Кофман, которой, прежде всего, мы и посвятили этот диск. Мы постарались собрать самые лучшие и любимые песни, истинные музыкальные шедевры нашего народа, которые поддерживали нас в самые тяжелые и в самые радостные моменты жизни. Именно с этим расчетом были созданы оркестровки и задумана вся концепция дисков в целом. Именно этим отличается наш уникальный проект от многочисленных других с аналогичной музыкой, которые исполняют многие артисты во всем мире. Смысл нашей программы – вынести, в общем-то, местечковую идышистскую песню на мировую сцену, далеко за рамки привычного камерного звучания или, того хуже, затасканного кабацкого варианта. Идея – показать слушателям, не только евреям по национальности, прекрасную еврейскую песню на достойном мировой сцены уровне. Еврейские композиторы и поэты, создававшие эти замечательные песни, но жившие за чертой оседлости в вечной бедности и постоянных лишениях, слышали свою музыку именно в таком воплощении. Но тогда это практически не могло быть реализовано. Ведь они в основном жили на окраине Восточной Европы, зная и слыша вокруг музыку великих композиторов, выступления лучших солистов того золотого времени, слыша игру лучших симфонических оркестров под руководством выдающихся дирижеров, но они не могли даже мечтать об исполнении своих замечательных творений на таком уровне. Специально для этого проекта известному московскому композитору, высочайшему профессионалу своего дела, были заказаны полноценные оркестровки и аранжировки, и он блестяще справился с этой работой, создав поистине настоящие музыкальные жемчужины, добившись буквально высоты самого изысканного оркестрового звучания. Нашего героя зовут Кузьма Бодров, который, несмотря на свой еще очень молодой возраст, уже в 2006 году, учась в аспирантуре, начинает преподавать в Московской консерватории композицию, полифонию, гармонию и музыкальную форму, являясь ассистентом профессора Александра Чайковского. Кузьма написал несколько крупных сочинений для известнейшего альтиста Юрия Башмета, который мастер регулярно исполняет в своих концертах. Он также является автором нескольких произведений, написанных для мессы его святейшества Папы Римского Бенедикта XVI,
а также музыку для спектаклей и кинофильмов, сотрудничая с Дмитрием Крымовым, Константином Хабенским и Павлом Лунгиным. По отзывам профессионалов из мира академической классической музыки, ничего подобного не появлялось на сцене в связи с еврейской музыкой с начала 20 века. Этот диск – безусловное событие. Такой серьезной, фундаментальной работы за последние 50-60 лет со времен сестер Берри я не слышал. Настоящее академическое издание народных песен. Я говорю так категорично, потому что для этой оценки не надо быть музыкальным критиком. Хочется надеяться, что в минуты радости и грусти эти еврейские песни пригодятся людям разных национальностей. А талант Тамары Гверцетели и всех создателей диска украсит букет лучших песен мира. Ведь хорошие песни делают нас добрее и, как говорят мудрые, открывают ворота к Всевышнему. Александр Левенбук, народный артист России. По моему глубокому убеждению, Тамара Гверцетели сегодня одна из лучших исполнительниц еврейской песни на языке идиш в мире. Я имел честь слышать ее концерт в Карнеги-холле в Нью-Йорке и видеть, как она покорила зал своим артистическим талантом и прекрасным голосом. Прослушав этот диск, записанный Тамарой вместе с Московской мужской еврейской капеллой и Московским симфоническим оркестром под управлением Александра Целюка, я остался приятно удивлен, насколько органично их совместное музыкальное творчество. Как человек, который содействовал созданию этого коллектива и много раз выступавший с ним по всему миру, я еще раз убедился, что когда объединяются талантливые музыканты, то их исполнение вызывает слезы восторга. Мне также хочется отметить блестящую работу композитора-аранжировщика Кузьмы Бодрова, который поднял звучание этой музыки до самых вершин симфонического совершенства. С уверенностью могу сказать, что новый компакт-диск – лучшее, что я мог слышать за последние годы. Я в восторге от этой замечательной работы прекрасных музыкантов. Йозеф Малавани, главный кантор Fifth Avenue Synagogue, Нью-Йорк. Из разговора с певицей. Самое важное и самое сложное для меня – не поддаться мимолетным веяниям и сохранить свой стиль и ту нить, которая объединяет меня с моим слушателем. Но я стараюсь все время открывать для себя что-то новое в музыке. Так, несколько лет назад в мою жизнь заново вошла еврейская музыка, которая всколыхнула детские воспоминания и дала мне новый простор для творчества. Как сложился ваш творческий альянс с Александром Целюком и Московской мужской еврейской капеллой? Мы познакомились на концерте в Москве. Саша предложил исполнить вместе с его хором одну композицию. Когда стали выбирать, то прослушали больше 300 песен. Эмоции, детские воспоминания. Стало понятно, что появляется новый музыкальный проект. Несмотря на то, что в еврейской музыке много мажорных, веселых песен, в каждой присутствует грустинка, печаль, память о тысячелетних скитаниях в поисках дома. Работа над проектом продолжалась долгих 3 года. На диске вы исполняете песни на языке идиш. Сложно давался язык? Вот интересно, когда я стала работать над песнями на идиш, то неожиданно для себя стала вспоминать слова и фразы, которые слышала в детстве от мамы и дедушки. Они говорили на идише дома, когда не хотели, чтобы дети понимали, о чем идет беседа. С самого раннего детства я слышала еврейские песни. Мой дедушка, как и все одесситы, был невероятно музыкальным. Он прекрасно пел, и не было ни одного праздника без этих песен. Мы жили в Тбилиси, но у нас в семье всегда отмечались еврейские праздники. Правда, тихо, только в семейном кругу. Поэтому все мое детство овеяно еврейской музыкой, общением с дедушкой и его друзьями. И сегодня я ощущаю еврейскую музыку как абсолютную органичную часть себя. Мои еврейские корни дали новые всходы. Я чувствую, как эта память оживает в моих песнях. И судьба еврейского народа, в которую вплетается история моей семьи, звучит внутри меня, когда я исполняю еврейские песни. Ваш диск называется «Мамала», то есть «Мамочка». Вы себя считаете еврейской мамой? Что такое еврейская мама? Это женщина, которая дает своему ребенку силу,
мудрость и свободу. Ведь задача мамы не в том, чтобы сидеть рядом с ребенком, не отходя ни на шаг. Еврейская мама должна окрылить ребенка. У меня самой настоящая еврейская мама, и я ей благодарна за ту бесконечную любовь, которая сопровождает и оберегает меня всю мою жизнь. Я посвящаю этот диск своим дорогим маме и дедушке Соломону Розенштеху, который был раввином в знаменитой Одесской синагоге на Еврейской улице, Ребе Соломону, своей бабушке Суламифь Соломоновне Розенштех. Из разговора с Александром Цолюком. Наш диск называется «Мамалы», что в переводе с идиша «мамочка». Мы посвящаем его всем мамам на свете и, конечно же, нашим дорогим мамам. Для музыкального проекта были выбраны самые известные, знаменитые, полюбившиеся нескольким поколениям людей еврейские народные песни и мелодии, которые уже стали своеобразной классикой и составляют золотой фонд еврейской музыки. Это лучшее, что было создано народом почти за полтора столетия. Мне хочется поблагодарить своего дедушку, Рейка Лейба Вульфовича, за то, что сохранил еврейские традиции в нашей семье и передал их нам. Благодаря ему я 34 года назад стал дирижером еврейского хора. И, конечно, огромное спасибо моей маме. Очень надеюсь, что наш диск, записанный с огромной любовью и вдохновением, позволит как можно большему количеству людей в самых разных уголках Земли услышать чудесную еврейскую музыку. Художественный руководитель и дирижер проекта Александр Цалюк. Аидыши мамы. Я хочу вас спросить, ответьте, кто может, каким бесценным сокровищем Бог благословляет каждого человека. Этого не купишь ни за какие деньги, это всегда дается бесплатно. И те, кто это потеряли, меня хорошо поймут. Еврейская мама, нет на свете ничего лучше. Еврейская мама, о, как горько, когда ее нет. Как красиво и светло в доме, когда в нем есть мама. И как грустно и темно в нем становится, когда Бог забирает ее на тот свет. В воду и в огонь она бросилась бы ради своего ребенка. И не ценить ее нет хуже греха. Ох, как же счастлив и богат человек, у которого есть такой чудесный подарок от Бога. Старенькая еврейская мама. Мама, мамочка моя. Автор текста «Аидыши мамы» Джек Йеллен. 1892-1991 годы. Он был выдающимся композитором и поэтом-песенником эпохи свинга и диксиленда. Родился он в Польше, а в Америку попал в 5-летнем возрасте. В 1925 умерла его мать, и именно это послужило толчком для написания слов «Аидыши мамы». Музыку к песне сочинил Лью Полок 1895-1946 годы. Композитор, автор и исполнитель песен и пианист, карьера которого началась с работы топером в кинотеатрах Нью-Йорка и в конце концов привела его в Голливуд. Вполне возможно, что из всех песен на идыше именно у «Аидыши мама» существует наибольшее количество версий на других языках. Эта песня поется по-польски, по-фински, по-венгерски, по-испански, по-французски, по-немецки. Первой исполнительницей этой песни была знаменитая певица Софи Такер, сценическое имя Сони Калиш, 1887-1966 годы, чья семья эмигрировала в Америку из Украины, когда будущая звезда была еще ребенком. До войны ее пластинки и в особенности песня «Аидыши мамы» пользовались огромной популярностью и в Германии, но были запрещены после прихода к власти Гитлера, а многие из уже изданных пластинок были безвозвратно уничтожены. Их вильбой айха каша фреген зук мир вереске Mit welche Teiere vermögen Besch Gott alle Men krieg das nicht für keine Geld Das krieg man nur umsist Und der Gott ist verloren Der weiß
shine was in me. Aidi shema nishto ken besser in der welt. Aidi shema oi vei vi bitter wenn sie fällt. Wie schön und licht in diesen Haus, wenn die Mama ist da. Wie treurig finsters wird mein Gott, nehmt ihr auf, oi lema Bord. Wasser und Feuer wollt sie gelaufen vor ihrer Kind. Nicht halten ihre Taille, das ist gewiss die größte Sint. Oi, wie glücklich und reich ist der Mensch vor's Gott. Als er teure Matune geschenkt von Gott, wie ein Altetschke, jüdische Mame, Mame, oi Mame, nio mein. Wie schön und lichtig ist in Haus, wenn die Mame ist da. Wie treurig finsters wird, wenn er Gott nimmt hier auf eure Mabo. Ich will bei euch eine Kasche fragen, suche mir wer es kennt. Mit welchen Teilen vermögen, wenn ich Gott allein mehr. Aidische Mame, nicht doch ein besser in der Welt. Jüdische Mame, oi, wei, wie bitter, wenn sie fällt. Wie schön und lichtig ist in Haus, wenn die Mame ist da. Wie treurig finsters wird, wenn Gott nehmt ihr auf eure geschenkt von Gott, wie ein Altetschke, jüdische Mame. Oi, Mame, nio, meine. Шлоймале. Ой, Шлоймале, ой, Шлоймале, ты вольный, как птица. Ой, Малкеле, ой, Малкеле, ты моя майская весна. Мой Шлоймале высокий, красивый, с черными, как смоль, глазами, с черной шевелюрой, вылитый цыган, а зубы, словно жемчуг.
У моей Малки голубые глаза, как голубая небесная глазурь, и сладко затянуты облаком вечерами круглый год. Когда я гуляю с Шлоймалы, мне подмигивают звезды. Пусть твой суженый поведет тебя через золотую дверь к счастью. А луна в небе посвистывает. Моя Малкила, ты устала, а сама сладко спит, пока мы вдвоем поем эту песню. Песня Шлоймала относится к творчеству выдающегося композитора и театрального деятеля Йозефа Румшинского 1881-1956 годы, сына шляпных дел мастера и учительницы пения. Еще ребенком Румшинский пел в хоре одной из главных синагог Литовского Иерусалима, то есть Вильнюса, одного из важнейших центров идишской культуры. В 90-х годах позапрошлого столетия Румшинский в составе различных еврейских хоров побывал во многих городах черты оседлости. Вместе со знаменитой театральной труппой Читы Каминских он участвовал в постановках произведений Аврома Гольдфадена и различных его подражателей. И уже в 17 лет Румшинский дирижировал оперой Гольдфадена «Бар Кохба». В 1904 он приезжает в Америку и вскоре поселяется в Бостоне, где находит работу в Hope Theater, Театр Надежды. Но уже несколько лет спустя он снова в Нью-Йорке, несомненном центре еврейского театра того времени. Румшинский сотрудничал с целым рядом театров. С Винздер Theater, Театр Винздеров, Yiddish Art Theater, Еврейский художественный театр Мориса Шварца, Second Avenue Theater, Театр Второй Авеню, Kessler's People Theater, Народный театр Дэвида Кеслера, а также работал на идишском радио и в дополнение к огромному количеству музыки для театра, включая более сотни оперетт, писал также серьезные литургические сочинения. Шлоймале – дуэт из оперетты 1937 года «Дос Галицианер Ребеле» – «Маленький Ребе из Галиции» – является типичным образцом театрального песенного репертуара того времени – песня-диалог для мужчины и женщины в ритме вальса. Общий сюжет оперетты также характерен для популярного идышского театра. В доме хасидского Ребе неожиданно объявляется юноша, утверждающий, что именно он является Шлоймале, сыном Ребе, которого считают давно погибшим в кораблекрушении. Вскоре между самозванным Ребела, уменьшительная форма от слова Ребе, и дочерью хасидского Ребе возникает сильная симпатия, а потом и настоящая любовь. Как и полагается легкой оперетте, ее развязка – это настоящий хэппи-энд. Ведь всем на радость появляется настоящий Шлоймале. А он и не думал тонуть в сопровождении спасших его цыган, и его сестра может теперь с чистой совестью объявить о своей любви. Многое в этой песне напоминает поэзию одного из самых знаменитых еврейских поэтов 20 века – Ицхака Мангера. Это и поэтический размер амфибрахий, и характерное сочетание народного стиля с духом романтической баллады, и присутствие цыган, и упоминание луны и звезд. Вера в то, что у каждого мужчины есть своя конкретная башерт, суженая, а у каждой женщины, соответственно, свой башертер, суженый, выражается во многих еврейских песнях. Не всем персонажам таких песен оказывается просто найти свою недостающую половинку. И не всегда обстоятельства позволяют довести дело до свадьбы. Но тем привлекательней эта тема для песенного творчества. Что может быть романтичнее, чем уверенность в том, что рано или поздно на родине или на далекой чужбине тебя ждет настоящая любовь? Bist wie a feigele Frau. Oi, Malkele, oi, Malkele, du bist mein Frühling in Mai. Oi, Schleimele, oi, Schleimele, bist wie a feigele Frau. Oi, Malkele, oi, Malkele, du bist mein Frühling in Mai. Mein Schleimele, hoi, hey, scheine, hat Augen zwei schwarze wie Gold, hat Kopf schwarze Haar, ein Zigeine und seine wie Perlen am Heul. Mein Malke hat zwei blaue Augen wie himmlischer blaue Glasur.
siehst mit der Wolken verzeugen in alle Vernachten von Jugend. Oh, ich Schleimele, oh, ich Schleimele, bist wie eine feigele Frau. Oh, ich Malkele, du bist mein Frühling in Mai. Oh, ich Schleimele, oh, ich Schleimele, bist wie eine feigele Frau. Oh, ich Malkele, oh, ich Malkele, du bist mein Frühling in Mai. Wenn ich geh mit Schleimen spazieren, winken die Sternen zu mir. Soll dein Bescheiter dich führen zum Glück von der goldenen Tier. Und pfeift die Wille wohne in den Himmel, mein Malkele bist da so in mir. Und habt sie ja sissen kein Dremel, wenn mir sie nicht beide das liebt. Oh, ich Schleimele, bist wie eine Feige. Zwei schwarze wie Gäuel, ein Kopf schwarze Ohren wie Zigeuner und Zähne wie Perl in der Mäuel. Mein Malke hat zwei blaue Augen wie himmlischer blauer Glasur. Muss ich mit den Wolken verzeugen in alle Vernachten von Jür. Oh, ich schleime, Schleimele, 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 Schleimele. Спи, моя птичка, закрой свой глазик. Спи, мое дитя, спи. Закрой глазик, моя милая птичка. Спи, мое дитя, спи. Колыбельные – одна из самых обширных и популярных категорий еврейских песен. Многим людям в русской культуре знакома по крайней мере одна идышская колыбельная, та, что прозвучала в старом советском фильме «Цирк» в исполнении великого еврейского актера Соломона Михоэлса, позднее убитого по приказу Сталина в Минске. Многие еврейские колыбельные очень грустны, а иногда настолько трагичны, что, слушая их, невольно думаешь, как же повезло младенцу, что он еще не может понять маминых слов. А с музыкальной точки зрения многие из этих песен, пожалуй, принадлежат к самым красивым и трогательным. Одна из нескольких колыбельных песен, написанных Авромом Гольдфадном, не имеет особого названия и поэтому просто озаглавлена «Виглет» – «Колыбельная». И тематически, и мелодически эта песня выдает влияние знаменитой казачьей колыбельной песни Михаила Юрьевича Лермонтова, известной также по первой строчке «Спи, младенец мой прекрасный». Говорят, что Лермонтов написал ее под впечатлением от народной песни, исполненной для него казачкой. Согласно исследователям творчества Лермонтова, казачья колыбельная песня впервые исполнялась им самим, но на какой именно мотив, мы, увы, скорее всего, никогда уже не узнаем. Зато мы точно знаем, что в последующие годы это стихотворение Лермонтова было положено на музыку более 50 композиторами, включая Варламова 1842, Гречанинова 1894 и Танеева 1899 годы. Конечно, эта короткая песня едва ли может дать полноценное представление о масштабах творчества Аврома Гольдфадна 1840-1908 годы. Сын часовщика из Староконстантинова, Украина, Гольдфадн по праву считается отцом еврейского театра. Он не только написал около 60 пьес и оперетт, включая «Шмендрик», «Жалкий человечек» 1877 год, «Декишев Махерн», «Колдунья» 1879 год и «Бар Кохба» 1882 год, но и главное, создал первую профессиональную идышскую труппу, в которой он сам действовал и как автор, и как режиссер, и как оформитель, и как директор.
Ему и его актерам приходилось постоянно преодолевать множество препятствий. От неспособности большинства их потенциальной публики найти деньги на покупку билетов и, соответственно, бедственного положения труппы, до введенного вскоре после убийства императора Александра II запрета на театральную игру на идиш, что нередко заставляло гольдфаденскую труппу разыгрывать двойной спектакль, притворяться, что они играют не на идише, а по-немецки. Причем эта лингвистическая хитрость, благодаря сходству между двумя языками и готовности многих местных чиновников закрывать глаза на происходящее в обмен на взятки, обычно сходила им с рук. Да и многие ортодоксальные лидеры и рядовые представители еврейских общин относились тогда к идее еврейского театра без особого энтузиазма, а иногда и откровенно враждебно. Несмотря на все препятствия, Гольдфаден добился своего. Благодаря ему еврейский театр стал важной частью идышской культурной жизни. По образцу его странствующего театра возникли новые труппы как в Восточной Европе, так и в Америке, где еврейскому театру было суждено достичь наибольшего размаха и разнообразия. Пьесы Гольдфадена ставились и в прославленном Московском государственном еврейском театре Госсете Соломона Михоэлса. Творчество Гольдфадена отличает своего рода эклектизм. Он черпал материал для своих произведений из самых разных источников, включая синагогальную музыку, библейские сюжеты, постбиблейскую еврейскую историю, арии из классических европейских опер и, наконец, как еврейский, так и нееврейский фольклор. В его оперетах можно обнаружить и грубоватый народный юмор, и маскильный, то есть характерный для еврейского просвещенческого движения, дидактизм. Но все же самой знаменитой частью творческого наследия Гольдфадена является именно колыбельная песня, а именно «Роженьки с Митмандлом, изюм с миндалем» из пьесы «Шуламис», «Сулами» в 1880 год. Thank you.
фрейлакс. Сыграйте фрейлакс, сыграйте фрейлакс. Детки, быстро прыг! Пляшут юноши, пляшут девушки, как паруса на ветру. Пусть скрипки, флейты, контрабасы танцуют на улицах. Пусть гремят трубы, приветствуют и сопровождают. Пусть будет сочно и хорошо, скрипкам не отдыхать. Все улицы, все местечки, играйте фрейлакс, девушки и юноши. Пляшут жнецы, пляшут все. Пляшет девушка с Волыни, с юношей из Полтавы, и зеленеют поля. А леса кучерявы, рогачевцы и одесситы, пусть круг станет шире и больше, когда танцуют черкесы. Весело и радостно, когда танцуют приехавшие с Волыни. Для красивых зеленых полей играйте фрейлакс, девушки и юноши. Пусть нам будет сочно и хорошо, скрипкам не отдыхать. Все улицы, все местечки, играйте фрейлакс, девушки и юноши. Тут жизнь, если уж петь, так петь. Если уж танцевать, то танцевать. Танцевать. Из представленных на этом диске песен фрейлакс – единственный образец советского еврейского музыкального творчества. Мир, который он рисует, это своего рода утопическая картина веселья и благоденствия советского еврейства. Так где же конкретно находится описываемый в песне рай? В тексте упоминается всего несколько географических названий. Украинские города Полтава и Одесса, белорусский город Рогачев и, наконец, Волынь, целая большая область Украины. Однако одновременно речь идет обо всех местечках, алле штетлах, и всеобщем ликовании. И тут уже начинает ощущаться нечто мессианское. Уж не приход ли Машиаха, описывает поэт, и последующее собирание всех евреев на святой земле Израиля? Разгадка становится очевидной, когда выясняется, что в некоторых сборниках эта песня была напечатана как биробиджанский фрейлакс. Так вот она, земля обетованная. Только вместо Бога в данном случае выступал Иосиф Сталин, чей проект создания еврейской автономной области на Дальнем Востоке, неподалеку от китайской границы, с центром в городе Биробиджан, начал притворяться в жизнь в 1934 году. Многие еврейские коммунисты, в том числе в Америке и Европе, отнеслись к этой идее с восторгом и воспевали Биробиджан как коммунистическую альтернативу клерикально-националистическому сионизму с его идеей переселения всех евреев в Палестину. Однако тяжелые климатические условия, недостаточная экономическая поддержка, а главное, жесточайший идеологический гнет и несоответствие подлинных целей Сталина заявленным принципам вскоре привели к значительному ослаблению интереса к Биробиджану среди еврейских масс, а позднее и со стороны советского правительства. Одним из очевидных идеологических противоречий биробиджанского проекта было подозрительное и неприязненное отношение советского руководства к любому акцентированию еврейскости. Самые невинные черты национальной культуры могли быть объявлены проявлениями национализма и шовинизма и отвергнуты как несоответствующие советским стандартам гармоничного сосуществования людей различных национальностей. Не случайно в тексте песни «Фрейлакс» ни разу не упоминаются слова «еврей» или «еврейский», но зато появляются совершенно нееврейские черкесы. Тем не менее, эта песня пропитана духом и реалиями еврейской жизни. Это и название еврейских местечек, и скрипки, и, наконец, сама мелодия. Ведь из всех традиционных форм клезмерской музыки «фрейлакс» – на идише это слово попросту означает «веселое» – наиболее распространенное. Вариантов фрейлакс огромное множество, как в мажоре, так и в миноре, но все их объединяет живой танцевальный ритм. Наиболее известный в России образец – это мелодия 740. Еще в советское время ставшая не только самым популярным в стране образцом фрейлакс, но и самым известным еврейским мотивом вообще. Возможно, наиболее еврейской чертой песни «Биробиджанский фрейлакс» является как раз ее мессианская утопичность – мечта о коммунистическом будущем, которое в данном случае частично преподносится с помощью специфически еврейского колорита. И чем яснее ощущается мечта о свободе и радости, выраженная в этой песне, тем трагичнее выглядят события, выпавшие на долю ее авторов.
Талантливейший белорусско-еврейский поэт Изи Харик, 1898-1937 годы, сын сапожника и внук Батхена, так на идише называют традиционного свадебного шута, своего рода тамады. Искренне он верил в коммунизм и с воодушевлением принял победу большевиков. Он начал писать стихи во время гражданской войны, в которой воевал на стороне красных. Его поэзия, переводившаяся и на русский язык, в том числе Анны Ахматовой, совмещает в себе строгую идеологическую выдержанность со словарной и стилистической раскрепощенностью. Он восхвалял приход советской системы и с восторгом писал о сталинском проекте ЕАО, Еврейской автономной области в Биробиджане. В конечном счете, как и многие его современники, за свои идеологические ошибки Изи Харик заплатил собственной жизнью в страшном 1937-м. Композитор Мотл Полянский, 1910, а по другим данным 1913-2008 годы, уроженец Бессарабии. В 1941 году оказался запертым в еврейском гетто украинского города Шаргорода, оккупированного немцами и вскоре отошедшего под контроль пронацистской Румынии. Почти вся его семья погибла в Холокосте, но ему самому было суждено пережить и Гитлера, и Сталина, и даже Советский Союз. Последние два десятилетия своей очень долгой жизни Мотл Полянский провел в Израиле, продолжая заниматься еврейской музыкой. Таким образом, его судьба – это в каком-то смысле история триумфа еврея и музыканта. Однако едва ли бесконечный этот его фрейлакс. Spielt der Freilich, Kinder ob der Eingespielt, tanzen Jungen, tanzen Mädel, wie die Segeln in der Wind. Fiedeln, Fläten, Kontrabassen, sollen tanzen in die Gassen, solle dummer Trommeten, unbegrüßen, unbegleiten, saftig soll sein Gut, Fiedeln nicht geruht. Alle Gassen, alle Städte, spielt der Freilich, Mädel, Jungen. Tanzen Schnitter, tanzen alle, tanzt der Mädel vor allen, mit der Bocher von Poltava und die Felder seinen Grimm. Alle Felder Kutscherava, Rogatschower und Adesse, soll die Rot sein breiter Gresse, wenn ich tanze, die Cherkesse. Seh, sich und afraid, wenn es tanzen die Pauline, war die Felder schöne Grine, spielt der Freiles Mädel Jungen. Gut, Fiedlen nicht geruht, alle Gassen, alle Städte, spielt der Freiles Mädle, Jungen. Getanzt soll sein, getanzt. Getanzt! Getanzt!
и Хобдих цу Филипп. Я слишком сильно тебя люблю, я не могу тебя ненавидеть. Я слишком сильно тебя люблю, чтобы на тебя обижаться. Я слишком сильно тебя люблю, чтобы на тебя сердиться. Я знаю, что я глупа, но я слишком сильно тебя люблю. Я отдала тебе всю свою жизнь, сердце свое и душу. Я больна, но в моей голове нет мыслей о мести. Один из самых популярных идишских шлягеров, «Иххобдих цу Филипп», был написан для музыкальной комедии «Дер Катеринщик», «Шарманщик», премьера которой состоялась в 1933 году в Нью-Йорке. Слова всех песен написал актер, поэт, драматург и сценарист Хаим Таубер 1901-1972 годы, а музыку – выдающийся композитор и дирижер Александр Ольшанецкий 1892-1946 годы. Будущий шлягер был исполнен звездой идишской сцены Любой Кадисон 1906-2006 годы, игравшей молодую цыганку-гадалку Машу, влюбленную в цыганского шарманщика Абрашу, который, в свою очередь, влюбляется в еврейскую девушку. Благодаря своему гадальному мастерству Маша узнает, что ей не суждено быть с Абрашей, хотя ей еще неизвестно, что на самом деле Абраша никакой не цыган, а еврей и внук уважаемого хасидского ребе. И именно в этот момент она исполняет эту песню, которой было суждено мгновенно войти в стандартный список музыки еврейских свадеб и вечеринок. Более того, песня быстро завоевала популярность и в нееврейской среде и была переведена на английский и ряд других языков. Она входила в репертуар таких знаменитостей, как Элла Фицджеральд и Дин Мартин. Эта песня, как и вся музыка комедии, была высоко оценена критиками. Хотя сюжет комедии был ими несчастно раскритикован как нелогичный и низкопробный. Но мало кто подвергал сомнению композиторский талант Ольшанецкого. Этот важнейший представитель еврейского театрального мира родился в Одессе и в 6 лет начал играть на скрипке. Во время гражданской войны в составе Одесского оперного театра он оказался в Сибири, а затем в качестве капельмейстера Белого полка в Харбине, в Китае. В 1922 году, после скитаний по Китаю, Японии и Индии, Ольшанецкий прибыл в США, где его ждал огромный успех. Многие из спектаклей, к которым он писал музыку, являлись типичными образцами популярного еврейского театра, в котором зрелищность часто была более важным соображением, чем поиск новых форм драматургии и режиссуры. Названия спектаклей говорят сами за себя. «Das importierte Weibel» – «Импортная жена». «Хайнтики Мейдлах» – «Сегодняшние девушки». «Der Zigeuner Prinz» – «Цыганский принц». «Mazel in Liebe» – «Удача в любви». «Ich will a Kind» – «Я хочу ребенка». «Der Mann ist krank» – «Муж болен». «Alle willen hassen hoben» – «Всем хочется жениться». Помимо своей работы в области театра, Ольшанецкий работал на радио, а также написал музыку для двух идишских фильмов. Однако в наше время, пожалуй, именно песня «Иххобдих цу Филипп» является наиболее известным его произведением. So feliz.
oben dir meine Leben abgegeben, mein Herz und meine Schuhe. Ich bin krank, nur bei Gedanken. Ich würde kommen, um dich zu verlieren. Keine Hand. Ich hab dich zu verlieren, zu sein auf dich in Gas. Ich hab dich zu verlieren, zu sein auf dich in Несколько слов о песнях на идиш. Из статьи моего друга и коллеги, доктора Юрия Веденяпина, преподавателя языка идиш в Гарвардском университете. Статья была написана в 2015 году специально по нашему заказу к выходу в свет альбома «Мамелы». Wenn ich der Mond sich, meine Kinderjahren, когда я вспоминаю свое детство, как все во сне я вижу. Вот это то, что еврейский язык уходит совсем, а люди, которые еще находятся на этой дорожке, хоть чуть-чуть понимают, они не хотят выпустить из рук это. Припечик Брента Файер, что без гейс. Он даребе лернт миде киндерлах, лернт алэ бейс. Он даребе лернт клейне киндерлах, дэм алэ бейс. Есть выражения, вообще еврейские слова, которые никогда ни в одном языке нет. Например, ребенку, маленькому ребенку говорят «Мир фардайны бейндалах», «Мир фардайны цейндалах».
Даже песни «Мир, мир» Клара Юнг исполняла. «Мир, мир, мир фордайна бэйндалах, мир, мир, мир фордайна цейндалах». Это я вам сейчас переведу, что это значит. По-русски это вообще так не переводится. «Мне за твои зубки, мир фордайна цейндалах». То есть, или мир фордайны бенделах, мне за твои косточки. То есть, если что-нибудь, не дай бог, плохое должно быть твоим косточкам, пусть это будет мне. Если что-то плохое должно быть твоему животику, пусть это будет мне. Вот только в еврейском языке есть такое. Мир фордайн кепала. Мир фордайн коп. Мир зулзайн фардир. Шлов шойн майн кинд, майн ингала калэйнс, диэй галагадай на махцу, ди маме вет койфа на ферда лашэйнс, нор шло жемирай лю-лю-лю. Ди маме вет койфа на ферда лашэйнс, нор шло жемирай лю-лю-лю. A ferdel, a scheins, wird kosten viel Geld, a wegele euch auf meine Wort. Du wirst kennen vorn a Ruhm in der Welt, a versuchen dein Tatische dort. Du wirst kennen vorn a Ruhm in der Welt, a versuchen dein Tatische dort. Dein Tate, mein Kind, is lang schon weg, a Briefel geschrieben, nicht mehr. Gefindst du ihm dorten, dann frage, mein Freg, sie liebt deine Mama nicht mehr. Gefindst du ihm dorten, dann frage, mein Freg, sie liebt deine Mama nicht mehr. Steht aber herunter Tracht, Tracht und Tracht, a ganze Nacht. Wemmen zu nehmen und nicht verschämen, wemmen zu nehmen und nicht verschämen. Tumbala, tumbala, tumbala leike, tumbala, tumbala, tumbala leike. Чё-то не в тайне поет. Tumbala leike, spiel bala leike, spiel bala leike, freilich soll sein. Когда я рассказываю, что преподаю язык идиш, меня часто спрашивают: неужели находятся студенты, которые всерьез хотят это изучать? И разве вообще еще на идише кто-то говорит? И на тот, и на другой вопрос я отвечаю «да». Но откуда твоим студентам пришла в голову идея изучать идиш? Ну, причины, конечно, могут быть самые разные. Но для очень и очень многих притягательность идиша раскрывается через еврейские песни. В мелодии и порой еще практически непонятных словах идышской песни человек вдруг слышит некий зов, ощущает тайну. Причем подобные впечатления возникают совсем не только у людей, для которых идиш – это часть семейной истории. Среди моих студентов были и французы, и немцы, и даже индусы и китайцы. В своей речи по поводу присуждения ему Нобелевской премии по литературе идышский писатель Исаак Башевис Зингер произнес следующие глубокие слова – в переносном смысле идиш – это язык всех нас, язык испуганного, но не потерявшего надежду человечества. Обсуждению этого, по-моему, загадочного высказывания можно было бы посвятить целые книги, но здесь для этого не место. То, что песни на идише обладают особой силой и что для многих знакомство с еврейской культурой начинается именно с музыки, у меня не вызывает сомнений. Для меня самого идиш с раннего детства был связан с песней «Тумбалалайка». Лишь позднее я открыл для себя богатейший язык еврейских писателей – Зингера, Шолома Алейхама, Ицака Мангера, Аврома Суцкевера и многих других. Мудрость и юмор еврейских пословиц и анекдотов, глубину и трогательность хасидских притч, загадочные и трагические повороты еврейской истории и их отражение в еврейском языке. И, наконец, множество живых людей с родным идишем, как пожилых, так и детей. Слово «клезмер» или «клезмер» от ивритского «клей» – «земер» – инструменты музыки. Во множественном числе
клезмер или клезморим на идише означает музыкант. У ашкеназских евреев, то есть евреев, чьи культура и язык зародились на территории современной Германии, предположительно в начале второго тысячелетия новой эры, наиважнейшей функцией музыкантов была игра на свадьбах. И дело тут не только в важности свадеб. Одним из уникальных факторов развития еврейской музыкальной культуры является религиозный запрет игры на музыкальных инструментах в шаббас, на современном иврите шаббат, то есть священный день отдыха с заката в пятницу до заката в субботу, и в большинство еврейских праздников. А потому большая часть традиционной клезмерской музыки – это разнообразные свадебные танцы, такие как фрейлакс, хора, шер, булгар и дойны. На что похожа эта музыка? Трудно выразить это в словах. Гораздо проще будет послушать записи или сходить на концерт. Но кое-какие замечания все-таки сделать можно. Во-первых, клезмерская традиция сложилась под сильным влиянием окружавших ее народов, и особенно в ней велик бессарабский элемент. Чтобы услышать сходство, не нужно быть большим музыковедом. Достаточно после традиционной еврейской свадьбы побывать на молдавской, и все станет ясно. Во-вторых, евреи никогда не забывали, что их историческая родина находится на Ближнем Востоке, и в своей музыке, как свадебной, так и синагогальной, кантерской, стремились сохранить восточный элемент. Поэтому неудивительно, что в клезмерских мелодиях проскальзывают нотки, знакомые многим по турецкой и арабской музыке. Между прочим, музыка Молдавии и Румынии, в которой присутствуют турецко-балканские и цыганские элементы, как раз была одним из главных источников ориентального стиля у клезмеров. С ограничением на использование музыкальных инструментов связано и развитие жанра так называемых нигунов, на идише ниган, множественное число нигуним, то есть напевов без слов, исполнявшихся акапелла, без сопровождения музыкального инструмента. Но и инструментальная клезмерская музыка во многом напоминает человеческий голос. Существует целый набор традиционных клезмерских дрейдлах, букв-волчков, то есть различных музыкальных украшений, из которых главным является крехц, стон, короткий музыкальный переход, напоминающий стон или всхлипывание. И тут мы затрагиваем еще одну характерную черту еврейской музыки, ее лиричность, а подчас и трагичность. Даже в, казалось бы, веселых мелодиях и песнях нет-нет, да и проскользнет нотка грусти и трагизма. Недаром одна из самых популярных идышских песен «Der Aleph Beis» – «Алфавит», описывающая урок грамоты для маленьких детей в Хедере, еврейской начальной школе, содержит следующие строчки. «Когда вы подрастете, детки, вы сами поймете, сколько в этих буквах заключено слез и рыданий». Едва ли стоит удивляться этой особенности еврейской музыки, если учесть, сколько преследований, изгнаний, запретов, унижений и лишений выпало на долю еврейского народа в Европе. Особую роль в истории еврейской музыки сыграл еврейский театр. Основателем профессионального идишистского театра считается драматург, поэт и композитор Авром Гольдфаден 1840-1908 годы, широко черпавший из еврейского музыкального фольклора мелодии для своих многочисленных оперетт. В свою очередь, многие из песенок, написанных им самим, фактически приобрели статус народных. Гольдфаден положил начало целой традиции, которая продолжилась в Америке и достигла высшей точки в творчестве Александра Ольшанецкого 1892-1946 годы, Джозефа Румшинского 1881-1956 годы, Шолома Секунды 1894-1974 и Аврома Эльштейна на американский лад, которого звали Эйб Эльштейн 1907-1963 годы, так называемой «Большой четверки» «The Big Four» еврейского музыкального театра эпохи наивысшего расцвета. Мир идишских театров, в основном располагавшийся на Второй авеню, к началу второго десятилетия XX века всерьез конкурировал с Бродвеем,
центром англоязычных театров и постановок. В один вечер там могло проходить до нескольких десятков драматических спектаклей и оперетт. Массовая еврейская эмиграция в конце 19-го, начало 20 веков не могла не отразиться на еврейской музыке. Клезмерская традиция продолжала активное существование в Америке, но подверглась все большему влиянию популярной американской музыки, прежде всего джаза. Непревзойденными звездами этой формы клезмерской музыки были сестры Берри, Клэр и Мерна. Их слава проникла далеко за пределы идишговорящего и даже за пределы еврейского мира. В 1959 году они оказались одними из немногих американских исполнителей популярной музыки, посетивших СССР, что явилось дополнительным фактором их феноменальной популярности среди советских евреев, и не только евреев. Их влияние на восприятие и исполнение еврейской песни дает о себе знать и сегодня, как в России, так и в других странах. Это мне досталось наследство от моего дедушки. Здесь самые разные пластинки, включая вот и еврейские. Здесь много всяких пластинок Михаила Александровича, Эмиля Горовца, Анны Гузик и многих других знаменитейших еврейских исполнителей. И вот, значит, я в этом ящике храню такую особо дорогую мне пластинку. Это вот самое раннее творчество сестер Берри. Здесь записана знаменитая полька, которую потом они множество раз перепевали в более поздних аранжировках уже с джазовыми ансамблями. А здесь они ее поют практически в таком академическом классическом виде. Мой папа был страстным собирателем коллекции самой разной еврейской музыки. И вот, так сказать, в наследство от него у нас осталось больше 600 вот таких бобин с самой разной музыкой, огромное количество еврейских исполнителей. И я как раз хочу включить для вас катушку с концертом сестер Берри, сестры Берри, катушка номер 14. Это уже практически история. Которая наполовину исполняется на языке идыш, наполовину на английском. С детства меня окружала еврейская музыка. Тогда
у всех были катушечные магнитофоны, и с утра до вечера дома крутились катушки разнообразнейшей еврейской музыки, но, конечно, большинство из этих музыкальных фрагментов – это были сестры Берри. Вот на месте, где мы сейчас разговариваем, стояла моя детская кроватка в этой самой квартире, в этой самой комнате. И здесь стоял катушечный магнитофон, и у меня даже остался черно-белый фильм, где я стою в этой кроватке, значит, весело прыгаю, а там крутятся катушки, и звучит музыка, песни в исполнении сестер Берри. Нынешний огромный интерес к эдышистской песне и традиционной восточноевропейской еврейской музыке – это в основном результат так называемого клезмерского ренессанса – «The Klezmer Revival», начавшегося в 1970-х годах в США с участием таких фигур, как Эллен Берн, Майкл Альперт, Фрэнк Лондон, Ханк Куснецкий, Энди Стэтман, Йейл Стром и другие. Сегодня как старые, так иногда и совсем новые песни на идише исполняются на все лады. Тут вам и рок, и джаз, и всевозможные сочетания с нееврейским музыкальным фольклором. Огромные клезмерские фестивали и мастер-классы проходят в США, Канаде, Англии, Германии, России, Польше и других странах. Благодаря своему характерному сочетанию грусти, веселья, глубины и ироничности, еврейские песни продолжают привлекать, интриговать и очаровывать сегодняшних слушателей, исполнителей и авторов. И в том числе поэтому я не остаюсь без студентов. Юрий Веденяпин, преподаватель языка идиш, Гарвардский университет, США. Мамалы, мамочка, мамочка, с любовью я позову тебя, моя мамочка. Усталые глаза, ослабевшая рука, у тебя золотое сердце, и ты понимаешь каждого своего ребенка. Я помню, как ты меня утешала, мне тогда было всего 3 года, и я так в тебе нуждался. Ты сажала меня к себе на колени и вытирала мне поцелуем каждую слезу. Посидела твоя голова, как падающий снег. Господи, как же горько, что ты сидеешь и стареешь. Мамочка, мамочка, да благословит тебя Бог, мамочка. Тема отношений матери со своими детьми занимает особое место в идышской песне и в еврейской культуре вообще. Недаром в американско-еврейском мире так широко распространена тема Эдипова комплекса, так мастерски использованная кинорежиссером Вуди Алленом в его знаменитых комедиях. Да и Зигмунд Фрейд, как известно, происходил из еврейского мира и в своих исследованиях часто опирался на специфические еврейские источники. Многие идышские поэты писали о своих матерях с бесконечной нежностью, но часто и с глубокой грустью. Это и Хаим Граде, описавший в стихах свои детские воспоминания жизни с матерью в крошечном полуподвальном помещении в Вильнюсе. Это и поэт Ицек Мангер, чье стихотворение «Афенвегштейт обоим, у дороги растет дерево», написанное от лица маленького Ицека, превращающегося в птицу и мечтающего улететь, но удерживаемому от этого бесконечной любовью, заботой и тревогой своей мамы, было положено на музыку и стало одной из самых любимых идышских песен. Следует учитывать, что популярность песен о мамах и материнской любви, многие из которых на наш сегодняшний вкус звучат излишне приторно и сентиментально, или, используя английское слово, пришедшее из идиша «шмальцы», была во многом результатом 4 важных факторов еврейской жизни. Страшной бедности подавляющего большинства еврейского населения Восточной Европы, особого распределения ролей внутри традиционной еврейской семьи, массовой эмиграции и, наконец, массового ухода от религии. Бедность и незащищенность от преследований и дискриминации означали, что еврейским родителям и особенно матерям, на которых часто ложилось основное бремя организации практических аспектов жизни, нередко приходилось иметь дело с изматывающими, а порой и унизительными проблемами в попытке защитить себя и своих детей. Именно бедность и антисемитизм привели к взрыву эмиграции в начале 1880-х годов. Большая часть еврейской молодежи мечтала отправиться на поиски лучшей жизни в США, Канаду, Аргентину и другие страны и была вынуждена покинуть своих родителей, часто навсегда.
Более того, подавляющее большинство еврейских эмигрантов уходило от традиционного образа жизни и переставало придерживаться правил и ограничений еврейской религии, к которым их приучали их набожные родители. Все эти обстоятельства, наряду с общей ностальгией по детству в родном местечке где-нибудь в Волыни, в Галиции или в Бессарабии, способствовали необычайной отзывчивости еврейской эмигрантской публики на сентиментальные песни, такие как «Мамалы», воспевающие жертвенную и отважную материнскую любовь. Многие из этих песен, из которых наиболее знаменитой является «Аидыши мама», «Еврейская мама», пропитаны как ностальгией и нежностью, так и мучительным чувством вины за то, что в глубине души, порой сами не отдавая себе в этом отчета, многие воспринимали как собственное предательство. Слова Мамала принадлежат Митчеллу Перешу 1900-1993 годы, автору таких знаменитых американских песен на английском языке, как «Deep Purple», «One Morning May» – «Одним майским утром» и «Moonlight Serenade» – «Лунная серенада». Его настоящая фамилия была Полешинский, а родился он в еврейской семье в Литве и попал в Америку вместе с родителями, когда ему не было и года. Музыку к песне написал Эл Гудхарт 1905-1955 годы, диктор на радио, пианист и театральный импресарио, чья наивысшая творческая активность пришлась на 30-е годы. Мамале,
sei gebest von Gott, Mama Халавай. Ах, если бы только я был сливовым деревом. Ну а если бы я и вправду был сливовым деревом, то все свои сливы я бы отдал тебе. Ах, если бы только, как бы мне хотелось, а ведь если по-настоящему о чем-то мечтать и молиться, то удача обязательно придет. Ах, если бы только я был яблоней. Ну, а если бы я и вправду был яблоней, то все свои яблоки я бы отдал тебе. Ах, если бы только я был шмелем. Ну, а если бы я и вправду был шмелем, то весь свой мед я бы отдал тебе. Как выразить в песне свою любовь? Можно, конечно, с упоением описывать физические прелести своего возлюбленного. Губы, как вишни, зубки, как жемчуг и так далее. Или говорить о том, как скучаешь и ждешь встречи. На идише существует много песен, которые используют эти два метода. Но сколько можно повторять одно и то же? А поэтому в фольклоре многих народов возникла категория песен, построенных по принципу «если бы». «Если бы я был портным» поется в одной старой идишской песне. «Я бы днем и ночью сидел и шил для тебя платье, как для принцессы». А еще в идише есть особое словечко арамейского происхождения – «халевай». Оно с трудом поддается переводу на русский язык. То есть объяснить можно, а вот передать смысл одним русским словом едва ли. Оно означает что-то вроде «было бы хорошо, если бы», но не в стиле «если бы до кобы, да во рту росли бы грибы», а в отношении событий, которые, во всяком случае, теоретически возможны. Словечко это настолько емкое и яркое, что оно даже попало в английскую версию песенки легендарного еврейского актера и певца Мойше Ойшера. Мойше Ойшер, 1906-1958 годы, родился в бессарабской семье кантора в пятом поколении. Ему было суждено продолжить семейную традицию и тоже стать кантором, причем одним из самых популярных и оригинальных. Но карьера Мойше Ойшера не ограничивалась литургической музыкой. Он также прославился как актер театра и звезда идышской киноиндустрии 1930-х годов. Из Европы он уехал в 1921 году вместе с семьей, сначала в Монреаль, затем в Нью-Йорк, а вскоре в Филадельфию. Эти переезды были прежде всего связаны с тем, где у отца будущей знаменитости получалось устроиться на работу кантором. В 1935 году Мойше Ойшер сам становится кантором одной из наиболее престижных нью-йоркских синагог, так называемой румынской, с которой связаны имена крупнейших звезд канторского мира Америки, и продолжает работать там более 10 лет, после чего много выступает в еврейских пансионатах под Нью-Йорком. Мало кого из канторов того времени мы можем сегодня увидеть на экране, и тем ценнее немногие исключения из этого правила. В конце 30-х Мойше Ойшер снялся в трех фильмах, каждый из которых дал ему возможность продемонстрировать свое певческое мастерство. «Демхазенс Зиндл», «Канторский сынок» 1937 года, «Янкл Дершмидт»,
Янкл Кузнец, 1938-го, Дер Вилнер Штотхазен, Виленский городской кантор, 1940-й год. Голова. Halavai wollt ich gewinnen a Flammenboy. Und wenn ich wollt gewinnen a Flammenboy. Wollt ich dir ja geben hier der Flamm. Halavai miss how I wish I hope I play. Halavai miss how I wish I hope I play. And when you really wish and hope and pray, like a bones you come around your way. Halavai, I wish I were an apple tree. Halavai, I wish I were an apple tree. And if I only were an apple tree, all my apples I would give to thee. Halavai, I wish I were a bumblebee. Halavai, I wish I were a bumblebee. And if I only were a bumblebee, all my honey I would give to thee. Halavai, 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 halavai. Cherubim. Давайте, детки, споем песенку все вместе. Веселенький напев в рифму. Мама варит суп с лапшой, с кашей в клёцках. Скоро праздник Пурим, и мы будем играть в дрейдл. Черебим-черебом, черебим-бом-бом-бом-бом, черебим-черебом, черебим-бом-бом-бом-бом. Как-то раз наш Ребе шел по дороге, как вдруг начал лить дождь. Ребе кричит туче: «А ну, прекрати лить воду!» Все хасиды остались сухими, а Ребе промок. Пурим – самый веселый еврейский праздник. В этот день отмечается избавление еврейского населения Древней Персии от смертельной угрозы, когда ненавидящий евреев министр царя задумал их погубить, но был низвергнут благодаря вмешательству еврейской красавицы Эстер. В традиции Пурима входят карнавальные представления Пуримшпили, обмен угощениями, включая гоменташи, сладкие треугольные печенья с маком, а также распитие вина до состояния опьянения. Возможно, именно темой опьянения и карнавала и объясняется появление в песне «Черебим» игры в дрейдл. Ведь игра в четырехгранный волчок является традицией совсем другого праздника, а именно Хануки. Собственно говоря, эта песня представляет собой своего рода частушки, где совсем разные темы и сюжеты, от еды до хасидских историй про цадиков, объединены повторяющимся мотивом и веселым припевом с бессмысленным словом «черебим», смысла в котором не больше, чем в слове «тумбала» из песни «Тумбалалайка». Одной из таких тем является просвещенческая традиция высмеивания наивной веры народа в неограниченную святость и мудрость хасидских цадиков, то есть праведников или ребе, и в их способность творить чудеса. Существует множество сатирических или просто шуточных песен и литературных произведений еврейских писателей, прежде всего писателей маскилим, то есть приверженцев Гаскалы, еврейского просвещенческого движения, начавшегося во второй половине XVIII века в Германии, в
которых хасидские чудотворцы представлены как циничные шарлатаны, фанатичные мракобесы или даже душевно больные люди. Цель таких произведений – это показать народу, что вместо того, чтобы полагаться на цадиков, следует стремиться к современному светскому образованию и рациональному мышлению. Впрочем, количество по-настоящему жесткой сатиры в песнях минимально, и обычно преобладает юмор. Так, например, в песне «Несим вени флоес» – «Чудеса расчудесные» хасидский ребе «Гейт арайн ин васер» «Ункумт аройс анасер» заходит в воду, а выходит мокрый. И «Арайн ин блоте ун шмирт ойс ди капоте» наступает в грязь и пачкает на себе лапсердак. Есть у этой песни дополнительный куплет, не всегда, впрочем, исполняемый, в котором упоминаются так называемые хелмские дураки. Дело в том, что в еврейском фольклоре город Хелм в Восточной Польше считался городом дураков, и об абсурдном поведении его обитателей ходило множество комических историй и анекдотов. В целом, «Черебим» — это пример по-настоящему веселой и даже легкомысленной идышской песни. Но есть в ней что-то большее, чем юмор и пародийность, а именно ощущение триумфа над опасностями и жизненными проблемами. Это и история праздника Пурим, и постоянная неуязвимость ребе, пусть и пародийная, и комичная самоуверенность обитателей Хелма, которых в еврейском мире иногда часто называют хелмскими мудрецами. Черебим, черебом, черебим, бом, 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 черебим, черебом, черебим, бом, 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 черебири, бири, бири, черебири, бири, бири, черебири, бири, бири, бом, бом, черебири, бири, бири, черебири, бим, черебим, бом, 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 бом. Ломер зинген киндерлах, а замер альцузамен, а ниген дела фрейлахен, митовертелах возграмен, димаме кохтал локшен суп миткаше, он миткнейдлах, киндер янтев бурим вен митшпилен, зих митдрейдлах, черебим, черебом, черебим, бам, 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 черебим, черебом, черебим, бам, 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 бам. Чири-бири-бири-бири, чири-бири-бири-бири, чири-бири-бири-бири-бири-бири-бом-бом. Чири-бири-бири-бири, чири-бири-бим, чири-бим-бом-бом-бом-бом. Амол из унзер ребеню, геганген индер веген. Mit amol hebt on zu pluchen ungesener Regen. Schreit der Rebbe zu dech Mare, Herr, vergiss er Wasser. Seinen alle Chassiden truchen aus und der Rebbe ist er äußer nasse. Chiribim, chiribom, chiribim, bom, 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 bom. Chiribim, chiribom, chiribim, bom, 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 bom. Chiribiribiribiri, chiribiribiribiri, chiribiribiri, bom, bom, bom. Чири-бири-бири-бири, чири-бири-бим, чири-бим-бом-бом-бом-бом. Чири-бири-бири-бири, чири-бири-бири-бири, чири-бири-бири-бири-бом-бом-бом. Чири-бири-бири-бири-бири-бири-бим, чири-бим-бом-бом-бом-бом. Тумбалалайка. Стоит юноша и думает, думает и думает целую ночь. Кого бы взять и не смутить, кого бы взять и не смутить. Тумбала-тумбала-тумбалалайка. Играй, балалайка, пусть будет весело. Девушка, девушка, хочу тебя спросить, что может расти, расти без дождя, что может гореть и не сгорать, что может тосковать и плакать без слез? Глупый юноша, это же так просто. Камень может расти, расти без дождя, любовь может гореть и не сгорать, сердце может тосковать и плакать без слез. Это знаменитая песня – образец подлинного еврейского фольклора. Песни, содержащие загадки, иногда, как в данном случае, вместе с отгадками, имеются в фольклоре многих народов. Аналоги тумбалалайки можно найти и у поляков, и у немцев, и у украинцев, и у русских. И не только в песнях.
Ситуация, в которой, чтобы заполучить любимую, юноше приходится решать загадки или выдерживать другие испытания, подчас ставя на кон собственную жизнь, описана в огромном количестве сказок. В «Тум-балалайке» испытанию, своего рода смотрином, подвергается женщина. Она не только блестяще справляется с решением загадок, но и называет своего экзаменатора, который, скорее всего, и является ее суженым, глупым. Какой именно прогноз можно сделать на этой основе относительно их будущей семейной жизни – это отдельный вопрос. Но есть веские основания полагать, что уверенные ответы девушки на поставленные ей вопросы являются подтверждением ее статуса башерте – суженой. Существуют различные варианты этой песни, включая куплеты с дополнительными загадками. Одна из них специфически еврейская. Причем многие из загадок вовсе не связаны с темой любви и ухаживания. Что выше дома? Труба. Что быстрее мыши? Кошка. Что горче желчи? Смерть. Что глубже колодца? Тора. И другие. Впрочем, смысл первой загадки канонической версии также не вполне очевиден. Какое отношение имеет растущий камень к теме любви? Я встречал множество различных предположений, от слегка неприличных до совсем нелогичных, но ни один из них меня пока так и не убедил. Свою нынешнюю версию «Тум-балалайка» обрела в репертуаре Эйба Аврома Эльштейна 1907-1963 годы, композитора, дирижера и пианиста. Именно он впервые опубликовал ее в 1940 году. Эльштейн родился в эмигрантской семье в Нью-Йорке и уже в раннем детстве показал себя музыкальным вундеркиндом. В возрасте 6 лет он был принят в хор легендарного кантора Йосела Розенблата. Позднее Эльштейн станет его аккомпаниатором. В возрасте 8 лет Эльштейн написал свою первую оперу, а в 12 лет он уже дирижировал детским хором Метрополитен Опера. Свою карьеру он посвятил прежде всего еврейскому театру и кино. Он создал как новую музыку к спектаклям, так и новые аранжировки оперетт Аврома Гольдфадена, Йозефа Румшинского и других, а в конце 1930-х написал музыку к трем идишским фильмам режиссера Джозефа Грина «Йидл Миттен Фидл» – «Маленький еврей со скрипочкой» 1936 год, «Абривала дер Мамен» – «Письмо маме» 1938 и «Мамале» – «Мамочка» 1938 год. Именно версия Эльштейна легла в основу «Тум-балалайки» из репертуара суперзвезд американской еврейской эстрады «Сестер Берри». Эта песня стала их визитной карточкой. Так в чем же загадка ее непрекращающейся и сегодня популярности? Ведь, по сути, в этой песенке нет ничего специфически еврейского. Ни свадебных ритуалов, ни раввинов, ни описания еврейской бедности, ни надежды на приход Машиаха, Мессии. И ко всему прочему еще и балалайка – музыкальный инструмент, мало распространенный среди еврейских клезмеров, предпочитавших скрипку, цимбалы, кларнет, но никак не балалайку. Может быть, секрет в простой, но обаятельной и легко запоминающейся вальсовой мелодии, или в вечной теме любви и верности, или в использовании загадок. Так или иначе, «Тум-балалайка» прочно завоевала позицию самой узнаваемой любимой идишской песни. Впрочем, учитывая особенности еврейской истории, песня-символ неизбежно содержит и некоторый элемент трагизма. Не случайно легендарный поэт, певец и диссидент Александр Галич использовал отрывок именно из этой песни к своей балладе о вечном огне 1968 год, в которой он описывает исполнение «Тум-балалайки» еврейским оркестром в концентрационном лагере. Вот только последнюю строчку припева Галич заменил своими русскими словами «Тум-балалайка», «Шпил-балалайка», «Рвется и плачет сердце мое». Спасибо, спасибо большое. «Тум-балалайка». Tum-ba-la-la-tum-ba-la-la-tum-ba-l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 a
Mädel, Mädel, spiel bald die Träger. Bosken wachsen, wachsen und regen. Bosken brennen und die Torfäde. Bosken bänken, brennen und drehen. Tumbala, tumbala, laiba. Tumbala, tumbala, laiba. Tumbala, laike, spiel bala, laike. Spiel bala, laike, freilich soll sein. Narischer Bochen, Postelst du frei, als Denken wachsen, wachsen und regen. Liebigen brennen und die Treffen, Herzen bänken, brennen und brennen. Tumbala, 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 laike. Tumbala, 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 laike. Tumbala, laike, spiel, bala, laike. Spiel, bala, laike, freilich soll sein. Дегрина кузина, зеленая кузина. Ко мне пришла кузина, красивой, как золото была эта зеленая. Щечки, словно красные апельсины, а ножки так и просятся танцевать. Кудри золото, точеные зубки жемчуг, глаза, словно пара голубков, а губки, как весенние вишни. Она не шла, а прыгала, не говорила, а пела. Вот какой была эта зеленая. Вот какой была моя кузина. И вот уже зеленая нашла себе боя. Ну а тот забрал всю ее зарплату. Ох, как же она погрустнела. Ведь у него уже были жена и пятеро детей. Теперь, когда я ее встречаю и спрашиваю: «Ну что, как дела, зеленая?» Она отвечает мне с печалью на лице: «Чтоб у всей страны Колумба были такие дела». Ко мне пришла моя кузина. Щечки, словно красные апельсины. Ножки, волосы, зубки, глазки. Моя зеленая кузина. Одна из самых популярных песен на идише, почти сразу с момента ее написания в 1921 году, «Зеленая кузина» отражает опыт еврейской, да и не только еврейской эмиграции в США в конце 19-го, начале 20-го веков. Американское словечко «гринхорн», буквально «зеленый рог», на идише попросту «агринер», если речь идет о женщине, то «агрине» используется для обозначения человека, неопытного в каком-то деле, то есть новичка. Зеленый. Понятно, что евреи, приезжавшие в города Америки, чаще всего это был Нью-Йорк, из Киева, Витебска, Варшавы, Житомира и многочисленных других городов местечковой Европы, чувствовали себя новичками в деле освоения американских реалий, образа жизни и мышления. Многодневное и дорогостоящее путешествие через Атлантический океан и получение разрешения на въезд в страну на Нью-Йоркском острове Эллис-Айленд оказывались только началом испытаний. Дело в том, что в фантазии восточноевропейских евреев Америка рисовалась золотым краем, а Голдена Медины, где даже обычные улицы вымощены золотом. А между тем, на смену фантазиям и мечтам приходили суровые будни с новым языком, непривычными законами и правилами поведения, а идиллические пейзажи какого-нибудь украинского местечка сменялись каменными джунглями небоскребов. Но самым тяжелым испытанием для огромной части эмигрантов была работа на текстильных и прочих фабриках, или, как их принято было называть, светшопах, то есть патагонных мастерских. Лишь постепенно, в том числе благодаря деятелям еврейских профсоюзов, рабочий день стал укорачиваться, зарплата повышаться и прочие условия улучшаться. Но вернемся к нашей зеленой кузине.
Ухудшение ее психологического, а в некоторых версиях этой песни и физического состояния, является отражением типичного жизненного сценария сотен тысяч евреев, отправившихся за океан в поисках лучшей жизни. Так что в некотором смысле эта песня описывает жизнь целого поколения. Авторы этой песни были представителями того самого поколения, впрочем, пожалуй, не самыми типичными. Конечно, они не понаслышке знали, что такое эмиграция, хотя лично им, как и многим другим успешным представителям еврейского шоу-бизнеса, не пришлось работать в свитшопах и испытать другие малоприятные аспекты переезда за океан. Хаим Призн, 1890-1945, один из авторов «Слов кузины», родился и вырос в Кишиневе, в то время Бессарабская губерния Российской империи, и впервые попал в Америку вскоре после кровавого кишиневского погрома 1903 года. Однако год спустя, в связи с неожиданной смертью отца, вернулся в Россию и окончательно переехал в Америку лишь накануне Первой мировой войны в 1914 году. Его соавтор Яков Лайзерович, 1891-1967 годы, вырос в Брест-Литовске, в наше время Беларусь, и эмигрировал в США на год раньше, в 1913. Оба они происходили из традиционной еврейской среды. Учились в Хедере, ходили в синагогу, вынесли из семьи духовное и языковое богатство восточноевропейского еврейского мира – а также испытали на себе тяготы и унижения еврейской бедности и антисемитизма. То же самое можно сказать и про Эйба Аврома Шварца 1881-1963 годы, скрипача, пианиста, дирижера и композитора, написавшего музыку к этой песне. Его переезд из Румынии в Америку состоялся в 1899, а его чрезвычайно успешная карьера вобрала в себя музыку самых разных народов его родного края – румын, поляков, украинцев, русских, литовцев и так далее. Однако не стоит забывать, что досада и разочарование, обыгрываемые в этой песенке, отнюдь не являются основными чертами отношений евреев с Америкой. Несмотря на все тяготы иммигрантской жизни, еврейский исход из Восточной Европы, в особенности из так называемой черты оседлости в Российской империи, произошел не случайно и, несомненно, был одним из самых успешных поворотов за всю историю еврейского народа. Многие из детей зеленых эмигрантов, не говоря уже об их внуках, поступили в лучшие университеты страны и добились огромных успехов в науке, культуре, политике и других областях американской жизни. Благодарность евреев Америки за возможность построить новую жизнь в демократической стране вдали от погромов и многочисленных официальных и неофициальных форм дискриминации, от которых они страдали в России, выражалась в самых разных формах, в том числе и в песнях. Даже история про зеленую кузину, на первый взгляд не слишком позитивная, не так уж мрачна. Вслушайтесь в ее музыку. В танцевальном джазовом ритме и бодром темпе этой мелодии слышатся не отчаяние и разочарование, а энергия нового света, новых возможностей, нового воздуха свободы, за которые в конечном счете есть смысл и попотеть. Zumir ist gekommen, Cousine, schön wie Gott ist sie geben, die Grüne. Beckelach, boi reute Pomeranzen, Fisselach, boss beten sich zum Tanzen. Beckelach, boi reute Pomeranzen, Fisselach, boss beten sich zum Tanzen. Herrlach wie goldene Gelockte, Zedelach wie Perlach getockte, Egelach wie Taibelach erzieling, Liebelach wie Kaschelach in Frühling, Egelach wie Taibelach erzieling, Liebelach wie Kaschelach in Frühling. Sie hat nicht gegangen, nur gesprungen. Sie hat nicht gerät, sie hat gesungen. Also ja sei sie gewesen, die Grüne. Und das ist sie gewesen, meine Cousine. Also ja sei sie gewesen, die Grüne.
Und das ist sie gewesen, meine Cousine. Und der Grine hat ein Benze schön gefunden. Er hat bei ihr die Feder zugenommen. Ui, 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 sie träurige Azinde. Er hat gehabt ein Weib mit Bittner Kinder. Ui, sie ein träurige Azinde. Er hat gehabt ein Weib mit Bittner Kinder. Jetzt hat sie war gegen meine Cousine. Frage sie, was machst du, etwas Grüne? Entweder sie mir mit ein treurig Miene. Als Masel auf Kalabasas Medine. Entweder sie mir mit ein treurig Miene. Als Masel auf Kalabasas Medine. Gekommen a Cousine, bekelech bereute Pomeranzen. Wiesela, Herrela, Zegela, Eidela, Grine Cousine. Ломер Аллы и Нейным. Давайте все вместе. Слова и музыка этой песни народные. Давайте все вместе поприветствуем жениха, невесту, маму, всех. Давайте все вместе выпьем по стаканчику вина. По своей значимости в выдижской культуре эта популярнейшая свадебная песня сравнима разве что с американской песенкой, официально признанной самой узнаваемой в мире, а именно «Happy Birthday» – «С днем рождения». В обоих случаях исполнителям дается возможность вставлять в текст имена конкретных людей, которые в данный момент требуется поздравить или поприветствовать. Обе эти песни мелодически просты, а их слова повторяются, и значит их легко выучить и удобно петь хором. Поскольку праздновать дни рождения в традиционном еврейском мире не принято, а свадеб наоборот очень много, и внимание им уделяется огромное, мы вполне обоснованно, хотя и с легкой иронией, можем рассматривать Ломер Аллы и Нейным как своего рода еврейскую версию Happy Birthday, тем более, что мелодии этих песен каким-то удивительным образом весьма схожи. Учитывая импровизационную структуру этой песни, понятно, что потенциальное количество куплетов в ней практически не ограничено. Поприветствовать «мекабл понем зайн» – дословно «принять лицо» можно не только жениха, невесту и их родителей, демихутоним, но и свата, демшатхн, и ребе, демребн, и, наконец, просто отдельных гостей, которым считают нужным выразить почтение. Порой в числе этих людей оказываются и музыканты, диклезморим, которые с удовольствием и в этом куплете саккомпанируют. В этой песне так мало слов, что, казалось бы, многого тут не выразишь. Однако, стоит только прислушаться повнимательней, как становится ясно, что уже в первой строчке заложен глубокий смысл, а именно идея общинной солидарности и единения. Не углубляясь в дебри философии и мистики, можно лишь отметить, что единение имеет прямое отношение к единству, и что обе эти идеи пронизывают еврейский мир. Ведь единство Бога и единство народа – это вещи взаимосвязанные, как это ясно следует из первых слов главной молитвы иудаизма «Шма Исраэль» – «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един». Можно вспомнить и первую из 10 заповедей, в которой Господь повелевает не служить никаким другим богам. Ну а то, что обряды и ритуалы еврейской свадьбы глубоко символичны и во многом передают как раз идею единства, не должно никого удивлять. Ведь физическое и духовное соединение двух людей – это основа существования народа. Библейские слова «пру урву» – «плодитесь и размножайтесь» – для традиционного еврея не повод для юмора, а важнейшая религиозная заповедь. Недаром евреям чужда идея обета безбрачия. Более того,
Особые отношения еврейского народа с Богом часто описываются в религиозной литературе через метафоры, основанного на любви и верности супружеского союза. Что же касается еврейской музыкальной культуры, то, как уже обсуждалось выше, для нее никогда не было более важного института, чем брак. Да, и стаканчик вина, упоминаемый в Ломер Алла и Нейном, это совсем не лишнее средство для поддержания музыкального веселья. Если главная заповедь на повестке дня жениха и невесты – это плодитесь и размножайтесь, то их развлечение и увеселение – долг гостей. Всякий, кто бывал на традиционной еврейской свадьбе, сможет подтвердить, что гости, как правило, весьма серьезно относятся к этой своей обязанности, если только слово «серьезно» уместно при описании свадебного веселья. Впрочем, минорная мелодия этой песни напоминает о том, что моменты серьезности и даже грусти не чужды еврейской свадьбе. Чтобы оценить эту особенность еврейской музыки, вспомним снова «Happy Birthday». Характерно, что в последней доминирует ярко выраженный мажор, между тем как протяжные минорные гармонии еврейской версии задают совсем другой тон. И дело тут не только в том, что для молодой пары свадьба знаменует начало совсем нового жизненного этапа со своими испытаниями и неизвестностью, но и в том, что сама возможность исполнить песню означает замедление свадебного празднования. Ведь в те моменты, когда хозяева и гости объединяются в огромные хороводы и начинают танцевать, подчас в очень быстром темпе, становится не до песен, и все внимание переключается на движение. Так что песни можно отнести к самым лирическим моментам свадебного фольклора. Ну а мысль, что в еврейской культуре веселье и трагизм постоянно проявляются в самых причудливых и порой противоречивых комбинациях, давно уже стала общим местом. Прослушав эту песню в нашем исполнении, многие, я уверен, спросят, почему она решена в таком минорном ключе, почему звучит настолько грандиозно-трагически на разрыв аорты. Это было нашим совместным решением с Тамарой Гверцетели. Посвятить одну из самых известных еврейских песен на идиш в мире памяти ушедшего в лагерные печи европейского еврейства. Давайте все вместе поприветствуем жениха, невесту, маму, всех. Давайте все вместе выпьем по стаканчику вина. А их больше нет. Но где же они? Они сгорели в пламени Холокоста. Drink in a glass of wine.
Kai, ti mame mi kabel ponim zar. Lomir ale neinen, lomir ale neinen, vinken a glazer vain. Lomir ale neinen, lomir ale neinen, vinken a glazer Моя драгоценная, сердце мое, видишь, твержу, повторяю одно, моя драгоценная, сердце мое, уже ли конец, неужели прошло, уже ли мне видеть тебя не дано, тебя и красы твоей чистое дно, моя драгоценная, сердце мое, а может вернешься и явишься вновь, восстанешь из жара и блеска стихов, стихов, сотворенных тобою, не мной, видишь, твержу, повторяю одно, моя драгоценная, сердце мое. Эту прекрасную и очень редко исполняемую песню на идиш мы думали включить в наш диск, но так как эта песня исполняется от лица мужчины, от этой идеи отказались. Ее прекрасно исполнял выдающийся певец и актер, мой близкий друг и коллега Марк Айзекович, проживавший с начала 90-х годов в Берлине. Мы мечтали сделать с ним совместную программу с хором, но его не стало в 2013 году, и вот только сейчас мы наконец-то смогли записать эту удивительную песню из его репертуара. Послушайте, тут я выступаю в роли солиста. Огромное спасибо благотворительному фонду «Стмэги» и «Стмэги ТВ» за предоставленную возможность нашему коллективу продолжать свою важную и нужную деятельность по сохранению и популяризации еврейской музыкальной культуры. Шмуэль Галкин родился в 1897 году в Могилевской губернии, писал на идиш. Большое влияние оказала на него хасидская среда, в которой он вырос. Первые произведения он писал на иврите, а после революции некоторое время жил в Екатеринославле. В 1922 году он переехал в Москву. В дальнейшем Галкин обращается к актуальной советской тематике, декларирует веру в торжество коммунистических идей и интернационального гуманизма. В своем сборнике «Эрдеше Веген. Земные пути» вошли патриотические стихи о Великой Отечественной войне. Драма в стихах Баркоба 1938 и Шуламис 1937 представляют интерес как обращение к древней истории евреев, хотя в соответствии с нормами соцреализма автор строит их сюжет на столкновении классовых интересов. Поставленные на сценах советских еврейских театров, эти произведения сыграли известную роль в поддержании национального самосознания российского еврейства. Галкин перевел на идиш пьесу Шекспира «Король Лир»
Постановка пьесы Гассетом стала событием, а исполнитель роли короля лир Соломон Михоэлс был признан одним из лучших в мире исполнителей этой роли. Трагедия «Геттоград», русские названия «Восстание в гетто» и «За жизнь» 1947 года, изображает героическое восстание в Варшавском гетто. Ее премьера в Гассете не состоялась из-за ликвидации театра в 1949 году. Галкин принимал активное участие в работе еврейского антифашистского комитета. Он был арестован в феврале 49-го, но вследствие инфаркта попал в тюремную больницу и таким образом избежал расстрела. А вот его коллеги Перец Маркиш, Давид Гафштейн, Ицек Фефер и Лев Квитко были расстреляны. Срок он отбывал в инвалидном лагере Абись. После пребывания в ГУЛАГе в 1955 году Галкин был реабилитирован и вернулся в Москву. Похоронен в 1960-м на Новодевичьем кладбище. Лейбо Левин, Лев Иосифович Левин, родился в 1914 году в Австро-Венгрии, а умер в Герцлии в Израиле в 1983-м. Известный исполнитель песен на идыш, чтец и композитор, автор песен на стихи современных еврейских поэтов Мангера, Бялика, Дриза, Гальперина, Харца и других. В 1919 году семья переехала в Черновицы. Левин пел в синагогальном хоре у знаменитого кантора и композитора Пини Спектора. В конце 20-х, в начале 30-х был студентом учительской семинарии. В 30-х-40-х годах выступал по городам Румынии с художественным чтением произведений еврейских писателей и поэтов, исполнением своих песен. В репертуаре Левина были народные песни, а также песни, написанные на стихи еврейских поэтов им самим. Лейбу Левина нужно не только слушать, его нужно видеть. Нужно слышать и видеть его, когда он в затемненном зале вдыхает в чужую поэзию свою пылающую, то ликующую, то тоскующую юную душу. Такой талант встречается так же редко, как золото, и он также драгоценен, писали о нем журналисты того времени. В 1941 году он был мобилизован, а затем направлен в труд-армию в город Молотов, ныне Пермь. Здесь он выступал со своими стихами и песнями по уральским военным госпиталям. В 1942 году он был арестован по ложному обвинению в шпионаже в пользу Румынии, а 8 мая 43 года осужден на 15 лет исправительно-трудовых лагерей. До 1956 года он находился в заключении в советских лагерях. После реабилитации поселился в Москве, работал со знаменитой Нехамой Лившицайте, выезжал с концертами в города с еврейским населением. Ке майне, норвиду зест, гейхару, у них тайне, таере майне, харцике майне, норвиду зест, гейхару, у них тайне, шойн же асоф. Schoin je fareni, schoin je afkeimo, schoin merernit zendi, tichun di scheinkeiten, reinkeiten deine, taiere meine, harzige meine. Первый скумен,
weisen sich wieder, kommen in Blitz und die Hitz von die Lieder. Lieder, was seine, mehr deine wie meine, teiere meine, harzige meine, oto da selige, mir alle doch seine, jeder verzorgt und geplockt ist mit seinem. Ein sagt vereint sich uns alle das deine, teiere meine. Harzige meine,